состав полевых игроков, по-моему, сборной Ставропольского края. Владимир Царев.
Игра на новую приобретает жесткий характер. Второй призер чемпионата страны уже несколько лет подряд. Вот уже мерил этого молодого пятого номера Ставропольского. Анатолий Бульганска, Thank you.
Так, ну, красиво упал, что это? Ну, разберутся сейчас арбитры, там, определяют. Свистка судьи и в общем-то правую идею. Владимир Царев Владиславич удары в стандартах положений. Вот сейчас убивает. Друг на друга, наверное. Идет. Я...
Франца, многократный чемпион Европы, сын прославленного Александра Ивановича, которого 5 октября исполнится 60 лет, поедет туда праздновать эту великую дату, 20 лет. Thank you.
хочу сказать, что... А что, собственно, сказать? Закончить.